Всем привет! Следующее вино на нашей дегустации – это Массандра Алигате 2020 года урожая, ЗГУ Крым, Россия, алкоголь 12% объемных. Цвет нашего вина золотистый, средней насыщенности. И по цвету я могу сказать, что это нетипичный цвет для Алигате, которая не была выдержана в дубе. И я ожидал, что вино будет светло-лимонного цвета. Давайте попробуем в аромате. Нос вина легкой интенсивности. В ароматике я чувствую характерный запах подгнившего яблока или опавшего яблока. И это является признаком окисления. Попробуем во вкусе. Во вкусе вино сухое, с теплым алкоголем, со средней мягкой кислотностью, с легким телом. С легкой фруктовой концентрацией, в коротком финише и с характерной горечью в послевкусии. В общем и целом, к сожалению, данное вино испорчено, а именно окислено. И мы это видим и по цвету, и по аромату. Оценка 75 баллов. Стоимость 365 рублей и дата розлива 11 марта 2021 года.